С вами Барсук. Видео сравнение двух приборов Крузера на 14 кГц базовой катушкой и на 13 кГц базовой катушкой Fisher 75. Кусок проволоки, гвоздь и монета. Четкий цветной на 90 градусов. То же самое. Убираем монету. Черный. Fisher 75. Тот же тест. Цвет. В основном цвет. Черный редко проскакивает. С этой стороны. Черный. С этой стороны Крузер был поинтереснее. Убираем монету. Круто. Ну, немножко прокидывает в цвет. С этой четко черный. Вот таких две цели. Следующий тест. Реакция на камень. Абсолютно нет никакой реакции, тишина. Дальше. Здесь лежит камень. Под ним динарий на 25 сантиметров. Под небольшим наклоном. Приблизительно в таком положении, где-то 10 градусов. Сигнала нет. При том, что монету хорошо видит. Дальше. Убираем камень. Один. Два. Засветило в черной при медленной проводке. Есть. Разворачиваемся на 90 градусов. Ничего. Показываю настройки. Здесь программа GE. Следующий прибор. Реакция на камень. Отсутствует. Ноль. Дальше черный звучит тихим-тихим черным сигналом. И VDI. Дальше. 25 сантиметров динарий. Очень классная штука. Так называемый мигающий фильтр ХК. Без него. Берет, но в черное. Включаем и смотрим дальше. Бьет слабым сигналом в цветном. Намного круче Фишера. Убираем. Ну, на высоту травы. Поинтереснее. С этой стороны. Не видит, как и Фишер. Ну вот, в принципе, делайте выводы. Еще единственное, что покажу настройки. Частота у нас была 14 кГц. Фильтр ХК включен. Программа 3 тона. Автоотслеживание на двойке, не на максимальную глубину делал. Так что по стабильности был точно как Фишер на грунте. Мне показалось, что это именно автоотслеживание на двойке. Ну, изменение тональности, как видите, все, что до 5, то у нас черным высвечивается то, что я и проводил на гвоздь. Фильтр 1, дискрим 0, чувствительность 99. Всем спасибо за внимание и до следующих встреч.